самым трудным и самым сложным – это на это решиться, оценить свои силы и понять, сможем ли мы довести дело до конца. Это, пожалуй, самое сложное. Все остальные технические вопросы, они обычные инженерные вопросы, они решаются в рабочем порядке. Есть еще один маленький секрет, я не знаю. Нужно выключить компьютер и по возможности отключить телефон хотя бы на какое-то время. Потому что есть такие моменты, когда надо очень хорошо сосредоточиться. Интересен тем, что он свой, и что уж он получился. Мы долго шли к этому паровозу и наконец дошли. Вот у меня здесь один знакомый построил, и я ему помогал, паровой мотоцикл. Можно построить паровой трактор. Можно даже при определенной конструкции котла сделать самолет на паровой тяге. Такие самолеты были. Они не получили большого распространения, потому что есть более легкие двигатели внутреннего сгорания. Но тем не менее мы хотим попробовать и сделать паровой самолет. Очень интересно. Я до этого ездила на паровозах и в кабине ездила. Очень интересное впечатление. Очень страшно ехать через мостик. Очень страшно, особенно если учесть, что не бабочка. Я увидел в интернете видео про ушкалин железнодорогу Павла. Приехал, познакомился, узнал про это поближе и загорелся идеей построить себя такую же ушкалейку на участке. Сейчас у меня это все в процессе строительства, то есть такая же колея 300 мм, то есть планирую до конца этого года все достроить. Сейчас я частенько приезжаю сюда, помогаю, так сказать, с туристами, с организацией движения, то есть стрелки перевожу, то есть помогаю при маневровой работе, иногда сам вожу локомотив. Паровоз, вот это котел, и самое... Вот сюда мы закладываем дрова. Топка. Сейчас посмотрим. А вот здесь... находятся масленки. Вода кипит, и пар собирается вот как раз вот в этом колпаке. Мне больше всего понравилось, что паровоз очень хорошо сделан. И я собираюсь в будущем стать инженером-конструктором, поэтому мне очень интересна конструкция паровоза.